Еще пару слов о грязном боксе, использование локтей. Мы будем говорить не об ударах локтями или локтевой подставке, чтобы кулак бил в локти, а именно как вариант носорога, когда выставляется локоть, и противник, который идет навстречу и пытается войти в клинч, просто сам нарывается. Это используется как профессионалами, так в принципе можно использовать на улице, когда вы вроде бы перекрылись, но с шагом вперед вставляете локоть навстречу противнику. Всего несколько вариантов. Раз, то есть к одному уху, ко второму уху, плечу как будто закрылись плащом и подняв. То есть здесь это можно использовать как защиту. Итак, вариант. Идет правый прямой. Мы перекрываемся и двигаемся навстречу локтю. Если он сближается, он на локоть вырывается сам. Второй вариант. Левый прямой джеб. Мы также перекрылись и выставили локоть, чтобы противник, если он попытается сблизиться, опять же сам втекает. Следующий вариант. Часто мы можем увидеть, как используется тот же Флойд Майвезер младший. Когда идет прямой, он вроде бы подбивает руку, защищает и оставляет локоть перед собой. Тем самым, опять же, создавая опасную ситуацию. Либо из той же шоу-ролл он опять же перекрывается и оставляет локоть. Таким образом, либо он подбил и оставил, либо сбил и оставил, чтобы противник нарвался. Эти действия мы можем использовать как в защите грязной, то есть со стороны может быть незаметно, так и как самостоятельное действие, когда мы сами хотим войти в клинч. Мы стоим, противник вроде бы перекроет, и сразу же локтем входим ему навстречу. Например, сгибая и давим вперед. Чтобы понять и привыкнуть к движению вперед, а не на месте, работаем это, отрабатываем на мешке. Выставили и одновременно с выставлением втыкаем в цель. Втыкаем в цель. Аккуратно, пробуйте.